Идет дождь. Два гуся. Ока. Бир вожак тара. Стал специалистом. Чтоб ни одна муха. Плавает турпан. Размер. Так жарится. Вот это. Дядя Андрей был уже? Нет. Багаж, бутын салар, бутын машина. Пей девит, машина вот буге. Вот мы долетели до аэропорта Зырянки. Сейчас идет разгрузка. На этом же вертолете мы полетим до базы. Сегодня 29 мая 2009 года. Отсюда начинается наш рассказ. Охотничий клуб «Сонор» в полном составе приехали на Турпана. Это все наши вещи. Там идет оформление документов на летные полеты. Начинается переодевание из цивильной одежды в охотничью. Сапоги, защитная форма. Все экипированы, все здесь, все готовы. Сейчас полетим. Сейчас перетаскиваем вещи на базу. Сегодня ветер южный, поэтому лед здесь, возле центрального скоротка. Так, вон это маленькое озеро, а там вон большое озеро. Сейчас будем ставить палатку под вещи. Установка палатки. Леха кипятит чай. Что-то там сварено даже. Ух ты! Так. Картошку привезли? Конечно. Давай. Так. Серега там стоит. Что-то там. Михаил Алексеевич уже накрывает на стол. Иван, время сколько? 30 минут 9. А, пол 9, 29 мая 2009 года. Часть продуктов пока спрятали. В морозильник положили. Морозильников тут. Угу. Так, вон пища варится. Пища богов. Первый складок стоит. Скородок уже стоит. О, мы куда дом увезли, да? Так, это дом изнутри. Так. Вот так ложится, да? И так ложится. Ногами друг другу. Нормально будет. Вот так или понятно? Вот так вот. Да. Нет, вот так вот ложится. Да. И вот здесь вот. Да. Вот вид. Снаружи. Сейчас пойдем сбоку посмотрим. Вид сбоку. Вид сзади. Стройматериалы. Из этих стройматериалов будут сделаны нары
стол. Это вот в процессе охоты этого года. Солнце уже садится. Завтра сядет оно последний раз на 15 минут. И потом, с послезавтрашнего дня, уже оно не садится. Наступает полярный день. Солнце вообще не садится. Уже готов праздничный ужин. У нас две собаки. Это дымка. Ока. Торжественный ужин. А улетели, да? Попкала. Есть. Подрывар. Добить ту. Успеть, да, но голубым был, чтобы. Промах. Андрей стрелял. Одну попал. Идет дождь. Спиден скрадуга. Мальчик трол баллар. Анна Валлана. Андрей Прилускалар. О, батарея. Батарея, дети, А мать вести не мами. Маннай кюй банал роллар. Ол, Гоша. Так, это пришла бригада с маленького озера. Долго на моторе ездили. Вот меня сфотографировали первую утку. Ну-ка. Ух ты. Ага. Это... Первая. Первых три штуки. Хорошо. Молодец. Рюдеребить, а? А, вечером прохладно уже. Так. Мы стреляли. Бракоделы. Идет стратегическое планирование на завтрашнюю охоту. 4-5. Ветер южный. Вот, смотрят погоду. Значит, попутно их взяли, полетели сюда. Сегодня южный был. Не с утра, в обед поменялся. Ночь. Там, видишь, могут 4 плюс 1 плюс 1, 3. Это у нас утренняя зорька. Эх, товарный видень. Ой, здесь, стоп. Бог.
Так, вон еще мешок тащат. Полный уток. Это вот только утренняя зорька. За один пересес. Вот. Если сравнить, вот это вечерняя, вот они. Вот они. То вот это утренняя. Сегодня второй день охоты. После вечерней зорьки все чистят ружья. Уже стреляли. Под 200 раз стреляли, поэтому все чистят ружья. Я почистил ружье, но сегодня уток не было. Вот. Андрей говорит, он чистил. Это вот блюдо называется пятиминутка. Мастер-класс показывал Старостин Спиридон. Надо было мастер-класс не снимать. Показывал. Вечерний результат. Сегодня уже результат лучше. Вот выстрелы слышите? Это Алексей с Сергеем на Большом озере стреляют беспрерывно, буквально. Вчера кого убил? Ты? Сережа уже вчера убил утку, да? Сегодня. А, сегодня убил. Ага. Турпана, самца. Весна тебе нравится, на враг поводить. Там 4 турпана высоко пролетели. Вот плавает турпан. На самом деле это пленная утка. Плен взяли Гоша. Вон на уйбан. Вон там 3 утки пролетело. Ну? Булытның әті ғылдар бұғылақ. Әбілділі. Икі кәлбітін әрілән бейріллылар. Молодец. Ол бейрі олылар. Өлі әбілі. Кенден ұлылар дейді? Ол бейрі олы бар әбет. Арбадағаны. Төт куба. Қырағыт. Бейір бажақтара. Әнні кетіге бараны жәр. Вот. Кубалары көрді көрді. Түйет әбілі кейді. Раха ұстары төліңіп батылар. Құранық құстар барды. Тұңғы-тұңғы-тұңғы-тұңғы. Құмсақтар дей. Бұл Гоша моторынан шугайды барды. Тарытшы манна құстар барлар. Әлбік құстар оның құмыян барықтақ. Бұл үйкі бар. Да. Блин, оңор әрбәк құс бар бұта оны ұшуға айдыға білген. Бұл екке ұтылыға. Ұтылыға. Оу! Деді ба, мастер класс. Көрді көт? Дұрға бұй банытта. Уже выходим все. Вон от Андрей. Там Гоша, это Спиридон Федоныч. Сейчас посмотрим, сколько он настрелял. Что-то лодка тяжелая, что ли? Так, сейчас мы будем считать. 6, 7, 8, 30, 37 еще живой. Голову почему-то рвало. Егор Егорыч и Иван Николаевич. Из них 2 Гошина, 5 ваших. Так, Алексей с Серегой
были на Большом озере. Вот только приехали. Взяли с собой 200 патронов. Как они говорят. И посмотрим, сколько они нас стреляли. Патроны кончились. Патроны кончились, поэтому приехали. А так бы еще 6 мешков, говорят. Один унесли. Один унесли. И два гуся. Еще и гуси есть. А, молодцы. Так, 31 мая 2009 года. Вот это все. Второй день. Это все вечерняя и утренняя зорька. Второго дня. Второго дня. Уже меньше же стало. Пролет перестанет. Да, завтра может как отрезать. Ну, как отрезать, ничего не будет. Почти найдем. Гусь. Лучшие вещи ставить. Еще один. Два гуся. Пара. Сапоги. Серега не спал, я-то урвал. Сейчас. Да, там часок, наверное, как раз табун Славок сел. Во время перерыва занимаемся хозяйственными делами. Эдуард разделывает рыбу. Юколу делаю. Получается юкола. Уже какая, сколько сегодня? Седьмая рыба, да. Уже седьмую рыбу. Стал специалистом. Открылся цех по разделыванию рыбы. Так, после того, как мы подстрелили уток, теперь надо их сохранить. Для этого на земле колымской применяется такой метод. Спарывается терн, а там вечная мерзлота. Вот. И потом ложится целлофан, и в дальнейшем укладка. Каждая утка должна, голова должна быть под крылом. Смотрите, да? Вот так укладывается, все по порядку. Целая технология. Так, это 165, и еще у нас, вон Иван Николаевич тащит мешок, мешки. Туда, еще туда, есть, туда, да? Чтоб ни одна муха не залетела. И так будет храниться до того, как прилетит вертолет. Рахан, рахан, и какие надо? 162 килограмма. Столько как, сколько уток, столько и. Переходим к следующему. Новые перчатки на 3 дня, как он сказал. Так, это вот второе хранилище будет. С запасом сделали, чтобы. Если Байнай даст, еще положим. Вчерашние метки. Вон они. Иван Николаевич умывает руки. Михаил Алексеевич показывает мастер-класс разделывания уток. Так. Сегодня 31 мая, третья вечерняя зорька, 8 часов 30 минут вечера. Мы уже садимся за скоротки в ожидании. Работали, склад, оклад. Оклад дома ложили. Не, веранды оклад. Дом тоже стоит. Так, вон там Андрей сидит, Спиридон сидит. Через полчаса должен начаться пролет уток. Пока по расписанию. По расписанию. Пока чисто.
Пока временное затишье, нужно почистить ружье. Раз 200 стрельнул, все, ружье уже начинает не попадать. Поэтому надо чистить. Иван Николаевич сбил утку, теперь пошел искать. Тоже сбил утку и добил тузовкой. Гоша ездил за подранком. Иван Андросов сидит в коротке. Там в дальнем сидит Спиридон Спиридоныч. Биркуга. Багарбатин. Кирин Танеловна. Ого, мирят имена. Ламантик не был там. Эдик, бирген ылың да. Эдик, ылың да бирген. Ынырағыны да. А? Главный прораб. Иван Андросов работает. Не пол. Сегодня 1 июня 2009 года. Мы покушали жареную рыбу. Сейчас собираемся и идем на вечернюю зорьку. Ай? 12 часов. После утренней зорьки все спят. Что там? Сейчас мы тоже будем спать. День Турпана сегодня праздник. Все устали. Праздничный обед. Сегодня день Турпана. Которого нет. Ну, прилетит еще вечером. Вот так жарится рыба в походных условиях. Дом изнутри. Пока нар нету. Сейчас покушаем и начнем строить нары. Приблизительно расчет на 10 человек. Самая результативная засидка. Главный стрелок наготове. Всегда готов. Все в ожидании. Может, был там, так, а для
Корек вытягивай, норбитин. Ай, будь кайдай. Работа. Сегодня 4 июня 2009 года. После, рыбу, да? После утренней зорьки вышли, проверили сети. Вот такие караси. Вот такие караси. Ого, здоровый, да? Пол мешка карасей. Почти пол мешка. Эта лодка называется ветка, как велосипед. Я такого еще не видел. О, тут что есть у нас? Рыба. Там тоже рыба хранится. Да, здесь пока на хранении находится рыба. Вон сколько их. Но. Глубина всего полметра. И такие караси ловятся. Так, сейчас посмотрим, сколько настрелял Федон Спиридоныч. Сейчас считаем. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ура, на 20. 15. Деда, дневной рекорд. Три утки чужих. Стопанов сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бир явлейна. Явлей. Он на бирм са. Ага, сэ, бир явлей. Ага, сябильная. Еще один это. Ветку тащит. Четвертое июня 2009 года. 5 часов вечера. Ока. Карасик-то карасик. Так, уже мешки утками таскаем. Самый главный груз. Да. Опа, вот. Хранилищина. Хранилищина, ага. Вот. Томут-то, да? Томут. Вечная мерзлота в Ладе. Кыр-выгры хранилища. Дать мне отсюда. Сколько тебе тут положить? Последний. А? Годик последний. Малары. Ага, 15, 15 турпанов. Два. А что? Ага. Бетей крейс. Бестейнен дуне. Иван Петров фюган барадолла. Честь, почет. Честь, почет. Опа, ландут. Все. Так, халупа, ну кому я говорит? Бантура, вон на фиденс, фиденс. Вон на о, четыре, а ва говорит. Так, бу. Келле, кул, битай кул. Пекете. Сегодня утро, 5 июня. Время 3:30 утра, солнце взошло на Колыме,
Сейчас мы чай вскипятим. И потом пойдем последний раз стрелять уток. Последний раз пойдем стрелять уток. Там сейчас вон все в тумане озера пока что. Раннее утро. Посидим. Вертолет ожидается в 10 часов утра. Потом начнем собираться. Вот. Ханды бітті. Кеті дохін четі ось сұлда ханды бітті. Ол Гоша, онна уйбан, скородоктарын, қомуян, манчиктарын қомуян. Базаға кәлен әлілдер. Утра вечера. Утра. Началась сортировка. Атырым сах. Эбилля тыра. Анды тыра. Кудрыжи твоки один ругу. Пушка. Рыбай. Анахара. Из них турпанов сколько? А, Андрей знает. Ой, дядя Андрея. Вот это. А, дядя Эдика. Вот это куча. Дядя Ивана. Какого Ивана? Два Ивана. Ваша. Вот это куча. Ваша. Вот это. Дядя Андрей был уже? Нет. Дядя Андрея. Был дядя Андрей. Так, дядя Сергей не был. А, дядя Сережа. Так. Дальше. Дядя Леша. Так. Это? Кого забыл-то? Дедушка. Все, можешь поворачиваться. Идет укладка добытой дичи по мешкам. Так, караси. До вертолета осталось меньше часа. Вот это караси. Это второй. Отборный ворота. Крым был. Размер. Тавистенга. Во. Ой, тут одного нравится. Рыбы три мешка. Там еще засоленные две кастрюли. Богатый дичью край колымский. И люди здесь хорошие. Сидим в ожидании вертолета. Егорь Егорыч. Михаил Алексеевич. Иван Николаевич, Андрей Прилуцкий, Спиридон Спиридонович. Отдыхают мужики. Сейчас вам дадят. Ага, чё,